Привет всем, дорогие друзья, с вами снова я, Санч, вы попали на мой ролик. Сегодня мы продолжаем рубрику «Построек». Поехали. Только не забудьте зайти в мой Дискорд. Там вы можете поговорить со мной лично и узнать некоторые мои планы на будущее видео. Ладно, поехали. Уже очень давно им предлагали построить музей, поэтому приступаем. Для начала нам пригодятся каменные кирпичи. Ими нужно заполнить площадку 25 на 17 блоков. Как только вы сделали это, нам пригодятся кварцевые колонны. Раз, два, три, четыре, пять. Вот таким вот образом. Так, сюда ступени из гладкого кварца. Так, сюда гладко кварцевую плиту. Дальше сюда также кварцевые колонны в виде блоков. Потом вот сюда кварцевый кирпич. Вот таким вот образом. Хорошо. Так, дальше вот сюда ступени из гладкого кварца. Почему, чтобы расстояние между ними было минимум 3 блока. Так, что дальше делаем? Окно. Дальше сюда ставим стекло. Вот таким образом 3 штуки стеклянных панелей. И вот таких вот сегментов у нас вдоль должно располагаться. Ну, то есть в длину должно располагаться 6, а в ширину по 4. Вот должно было получиться вот таким вот образом. Дальше, друзья, с одной стороны, в двух частях, которые находятся посередине, тут у нас будет вход. Так, он будет оформлен следующим образом. То есть, так, так. А также двери, друзья. Двери из темного дуба. Вот сюда. И вот сюда. Дальше, друзья, приступаем к крыше. Вот каким-то образом вот сюда проставляем, получается, полублоки из гладкого кварца. Вот до сюда. Также тут. Ага. Так, дальше поднимаем все это на полблока. Угу. Так, проставляем также тут. Я покажу вам только очертания крыши, потом вы ее заполните. Так, дальше так. Поднимаем еще на полблока. Еще на полблока. Угу. Так, тут все верно. Так. Вот таким вот образом. Так, нужно дойти ровно до середины. Хорошо. Вот таким вот образом. Копируем все то же самое вон туда. Ну и также вот с этой стороны. Вот должно было получиться вот таким вот образом. Ну и на вот этом этапе заполняем крышу плитами из гладкого кварца. Как только вы заполнили крышу, нам пригодятся дальше гладкие кварцевые блоки. Так, проставляем их вот здесь. Точнее, сначала плиты. Вот с этого момента блоки. Так, все так же блоки. Ну, также вот сюда. Так, точно так же тут. Ага, вот таким вот образом. Также вот тут. А потом также заполняем. Так, это обратно. Так, это заполняем. Также тут заполняем. Ну и также, ага, тут уже все. Хорошо. Дальше, например, за кварцевые колонны продлеваем их до самой крыши. То есть вот до этого момента. Ага. Также тут. Ну и вот тут. Хорошо, друзья. Все то же самое делаем сзади, а после того, как вы сделаете, можно приступать к интерьеру. Переходя к интерьеру, нам придется кварцевые кирпичи. Ставим их вот сюда, таким вот образом. 5 блоков. Так, дальше тут у нас будет вход в сам зал, как бы. Ну, здесь у нас будут все экспонаты. Так, продлеваем это стену до самого верха. То есть вот таким вот образом. Также вот сюда кирпичи. Также вот сюда.
Также сюда, сюда. Сюда, сюда. А, так, что нам, блядь, за кварцевые... Кварцевые плиты из уголка кварца. Сюда, сюда. Ну и дальше кварцевые кирпичи вот сюда. А, так, потом дверь. Так, вот сюда дверь. Делаем косу. Вот сюда багровые ступени, багровую плиту. Потом сюда снова ступени. Вот таким вот образом. Сюда багровую плиту, сюда багровый люк. Потом вот сюда фонарь. Сюда несколько желтых свечей. Сюда нажимную пластину из черного камня. Потом сюда ступени из темного дуба. Вот таким вот образом. Так. Вот так. Вот так. Так, дальше наберется фонари. А также несколько заборов. Заборов из березы. А, ну и цепи. Так, делаем освещение. Так, сюда по дополнительному блоку. Так, сюда одно, сюда две цепи. Сюда одно, сюда две. Вот таким вот образом. А потом заборы. Сюда, сюда. А сюда. Вот сюда. Потом сюда, сюда. Сюда. Сюда фонари. Так, это мы сделали, получается, ну, как бы, ресепшн, вход в сам музей. Начнем с освещения, нам пригодятся плиты из гладкого, точнее, цепи. Не плиты, плиты позже. Так, сюда, сюда, вот сюда. Потом вот сюда. Потом вот сюда цепи. Потом на них по одному забору из березы. Вот таким вот образом. Так, сюда фонари. Так, дальше наплетится, друзья, наш такой забор и забор из березы. Так, сейчас мы сделаем две люстры. Отступаем два блока. Так, вот таким вот образом у нас будет выглядеть первая люстра. Нейзерский забор мной был использован, потому что он, как видите, не соединяется с другими заборами. То есть вот таким вот образом. Также сюда пару цепей, вот сюда, сюда. А потом вот сюда, сюда. Ну, то есть вот таким вот образом ставим фонари. Так, ну и дальше, друзья, вот здесь. Отступаю по одному блоку. Два забора из березы, также две цепи. Так, один блок от люстры. Ну и сюда. Так. Так. И вот так. Вот так. Так, извиняюсь. Таким вот образом. Вот сюда. Вот таким вот образом должно было получиться. У нас будет музей, полностью посвященный истории динозавров. Так, это у нас первый экспонат. Тут будет велоцираптор. Так, убираем отсюда. Кирпичи. Тут у нас будет, ну, как будто бы искусственная трава. Вот таким вот образом. Так, ставим блоки травы. Так, сейчас мы поставим их в перемешку с мхом. Угу, хорошо. Так, перемешиваем с блоками мха.
Дальше нам придется абсолютно любой невидимый блок, там нити, барьера, структурная пустота, все что можно. А, так, потом нам придется ковры. Ковры красные. Так, забор из берёзы, а также блоки из гладкого кварца. Так, красные ковры ставим вот сюда. Ну и сейчас сделаем сам экспонат. Таким вот образом. Так. Сейчас гладкий кварцевый блок. Вот сюда ступени из гладкого кварца. Так, сюда забор из березы. Вот сюда ступени из гладкого кварца также. Так, дальше тут голова. Вот сюда еще плиту из гладкого кварца. Потом это покрываем белыми коврами. Так, все тоже белый ковер. Вот сюда. Вот таким вот образом под низом люк. Так, хорошо, это наш первый экспонат. Так, значит, друзья, теперь два блока, тут у нас будет второй экспонат. Давайте начнем с самого экспоната, это будет череп тиранозавра. Так, вот сюда ступени из гладкого кварца. Сюда. Вот сюда. Потом еще три ступени вот таким вот образом поставлены. Так, сюда гладкие кварцевые блоки. Так, все также ступени вот таким вот образом. Вот сюда. Это убираем. Так, вот сюда плиту из гладкого кварца. Вот сюда ступени. Также вот сюда перевернутые ступени ставим. Ну и дальше осталась только голова. Так, ставим вот сюда плиту из гладкого кварца. Вот сюда. Таким вот образом. Вот сюда ступени из гладкого кварца. Сюда, сюда ступени. Вот сюда цельный блок, а вот сюда плиту. Вот такой черепок должен был получиться. Так, дальше вот сюда также на жесткий забор. И вот сюда. Так, сюда все те же барьеры. И вот сюда красные ковры. Угу. Так, хорошо. Так, дальше тут раз, два, три, четыре, пять блоков цельных. Угу. Так, кто будет следующий экспонат? Также представляем сюда красные ковры. Это у нас будет тоже череп, но уже трицератопса. Так, для черепа трицератопса ставим вот сюда ступень из гладкого кварца. Вот сюда. Также вспомогательный блок вот сюда еще ступени. То есть вот так. Вот так. Угу. Потом вот сюда цельный блок. А вот сюда кнопку из прерванного чернокамня. Вот сюда и вот сюда. Так, дальше еще сюда пару ступеней. Вот таким вот образом сюда, точнее пару блоков. Так, сюда плиту из гладкого кварца. Потом вот сюда ступени из гладкого кварца, вот сюда. Также вот сюда. Потом сюда пара плит. Сюда также ступени, вот сюда уже плиты. Так, сюда ступень, сюда плита. Вот таким вот образом должно получиться. Так, ну и дальше, друзья, вот сюда еще пару плит, вот таким вот образом поставленных. Вот таким. И вот таким. Ну, то есть это его эти, как не рога. Вот сюда еще белые ковры.
Так, хорошо, это тоже сделали. А следующий экспонат у нас уже будет цельным скелетом. Это у нас будет скелет стегозавра. Так, вот сюда ставим также красные ковры. А потом вот сюда гладкий кварцевок в качестве головы. Так, тут будет голова. Дальше ступень гладкого кварца в качестве шеи. Дальше вот сюда. Через два блока еще ступень. Так, так. А, так, дальше вот сюда, вот так. Вот так. Сюда гладкий кварцевый блок. Вот сюда ступень из гладкого кварца. А, так, дальше. Сзади. Сзади мы ставим уже перевернутые ступени. Вот таким вот образом. Сейчас вам покажу. Вот таким. Вот тут вот таким. Угу. Так, это убираем. Сюда цельный блок. Ну и для чего здесь вот хвост? Вот таким образом. Так, сюда еще одну ступень. Ну и дальше, друзья, вот сюда вот таким вот образом ставим плиты. Ну, то есть это у нас имитация непосредственно самого скелета. Дальше сюда, сюда, сюда. Так, сюда два забора. Вот сюда еще один. Так, ну и потом вот сюда еще пару кнопок из перерывного чернокамня. Так, тут следующий экспонент. Это у нас будет Димитродон. Так, например, стены сделать там. Вот сюда, вот сюда. Потом отступаю буквально один блок вот сюда, вот сюда. В целом он довольно простой для постройки. Так, вот сюда плиты. Потом зайдет такой хвост. Белый ковер. Вот сюда всего лишь один. Потом еще его на спину добавляем забор из березы. Так, потом вот сюда снезерский забор. Дальше это все покрываем барьерами. Хорошо. Угу. Так, вот тут тоже барьеры. Так, ну и нам остались самые последние два экспоната. Эти два экспоната будут подвешены к потолку. Видно, при цепи. Так, первый он будет подвешен с этой стороны. Это он будет скелет этого птеранодона. Или птеродактиля. Так, вот таким вот образом. Здесь у нас будет такая вот голова. Потом он сюда притует гладкого кварца. Вот таким вот образом. Так, сюда белый ковер. А, так, дальше делаем его тело. В три блока длиной. Не, даже не в три, а в два блока длиной. У нас вот задние лапы. Так, ну и дальше делаем крылья. Вот таким вот образом они будут выглядеть. Так, в одну сторону. Ну и с другой стороны также. Похожим образом. Угу, хорошо. Так, это убираем. Ну и дальше его вот здесь вот за цепь подвешиваем. Вот так. Угу. Ну и вот здесь тут также. Так, хорошо. А вот здесь он будет подвешен чуть другой динозавр. Так, с вами тоже придется цепи. Так, ставим вот сюда ступени с гладкого кварца. Ага, так, дальше отступаем два блока. Сюда ступени с гладкого кварца также. Дальше делаем тело. Вот сюда также ступени. Потом вот сюда,
А также... Ну, да, здесь на 11 денег будет меньше. Так, тут будет его... Тут будет располагаться его лапы. Даже вот таким вот образом. Угу. Потом под ней железные люки. Вот таким образом. И затем вот сюда белые ковры. Это плезиозавр. Ну и осталось только, получается, вот этих вот четырех экспонатов делать траву. Хорошо, друзья, готово. Ну и последняя деталь осталась. Каждому экспонату ставим по кафедре. Вот таким образом. Также вот сюда. Ну и сюда книги с пером. То есть это у нас информация, где можно почитать. Ну, то есть информацию про сам череп, например, где он был найден, кому принадлежит и так далее. Ну, друзья, на этом наше видео закончилось. Мы получили вот такой вот шикарный музей. Я думаю, что это видео вам понравилось. Ну, а данный ролик, друзья, подошел к концу. Не забывайте ставить лайки, подписаться на мой канал, оставлять комментарии. С вами был Смайл Санж. Всем удачи, всем спасибо и всем пока.